Вы, кстати, на самом деле, я обратил внимание, что вы дипломат, потому что я видел недавнее ваше интервью. Привет. Так, сейчас мы... Не ходи туда, не пугай гостя. Оп. Видишь, что ты сделал? Это то, что я говорил вам перед эфиром, что кошки чуть-чуть как девушки. Когда они прыгают на тебя, и ты их отталкиваешь, так они еще больше хотят прыгать. А когда ты их пробуешь на колени поставить, так они сами от тебя убегают. Да, мы, кстати, не успели эту тему проговорить насчет девушек, потому что очевидно, что все девушки прыгают к вам на колени, но поскольку на коленях у вас девушки сейчас нет, значит, вы их что, отталкиваете или что? Что происходит? Что происходит с девушками? Или на них время они просто еще, нет? Они еще спят. А, в этом смысле, понятно. На Меге еще все спят, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.